Вот девушки стоят, задержали их. Ну, не задержали, а предостережение сделали им. Что случилось? Задержали. Вот и все пропустили. За санкционированный митинг. А по ихних слов. А почему так говорили, что ничего не будет? Ну, извините. Жорник обещал. Это 31-я статья. На нас оказывается, она не действует. Жорника в жопку подвязали. И переугрожайтесь. Да? Мне вообще нечего так это порабатывать. Я могу. Мы нам наобещали, никто у нас не отберет. Это еще у клещи поют. Они потом вообще все хорошо. Они не выписывают сейчас, я завершаю. Выписывают сейчас. Вот, вот. Я уже все фотографы, я уже даже не знаю, кто, блядь, из них наш, а кто нет. Вот это кто фото? Вот это Эшник. Видишь, фотоет. Дочь, маму никто не заберет никуда. Ну, кого-то закидывают. Ну, он, смотрите, с мигалками. И еще экипаж. Что-то интересное, походу, происходит. А 28 июля. Да, давайте уже следующий. Давайте. Девушки, что следующее? Дамы, давайте. Всех надо, что ли? Запихали в лучшую. Вот, женщина, она еще голодана, нет? Ну, нет, да. А примерно сколько человек? Вначале 7 мероприятий. Не подглядывайте. Сейчас всех приглашают. Там по фотографии и свои фамилии, они уже распечатали вообще. Что у вас получается? У них получается уже готовый бланк. Конечно, у них готовый бланк за 28 число.
готовы просто. Вот зачем мне вот тоже это говорят? И они говорят, то, что предъявите паспорт. Они мне подошли, когда, получается, я шла к машине. Меня два сотрудника полиции дергают пофамильно. Фамилия, имя, отчество. Я остановилась. Они мне начинают вменять там непонятную статью свою. На что мне, я говорю, нет. Получается ситуация такая, что потом они резко меня не знают. Им нужна моя, как она называется, неправильно? Как она? Паспорт, не паспорт, да. По паспортным данным. У меня, извините, я вообще гуляю, у меня сегодня день рождения, я просто проходила мимо. Все. У меня нету паспорта. Подъезжает, у меня они есть в телефоне. Они отказались. Я сейчас соглашаюсь на то, чтобы они мне выписали за 29 число. Сегодня 29. Сегодня, да, 29 число. Следом они мне втюхивают уже с моей прописанной фамилией, имя, отчество на компьютере, не вручную причем, что я участвовала. 28 числа. Ты уже тогда с 11 положено. Так они пускай уже с 4, с какого началось? С 10? Вот и пускай с 10 мне все данные сделают. Это незаконно, за что? Что вы понимаете? Да я забрала телефон. Убирай. Вы что делаете? Он не стоял даже здесь. Вы что разбираете? Что делать? Я не пойму. Готов поговорить. Позорище! Вот это вот! Позорище! Позор! 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 Полиции позор! 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 Пятеро мужиков! Позор вам! Позор! Позор! Что два бугая ломать надо? А вы как мужчина, прям как это, прям как сотрудник. Люди должны сказать. Какую одежду хвататься нельзя. Какой же ты бессовестный, тебе одежду жалко. Не трогай форменную одежду, еще раз повторяю. Чем вы ломаете по людей? Совести нет, прогадайся. За косточку продали. Дима, иди все в третий город, девчон. Сейчас мы так поговорим. Давай. Позор! Шутка едет, надо своих заломать. Полиция должна служить, а не прислуживать. Куда? Пойдемте, куда проедем? По поводу. Кого опьянили? У него нету опьянения. Вот. Меня говорят, а с чего вы берете? Он что, шатается или что он? Ведет себя агрессивно. Как? Подождите, как агрессивно? А вы не агрессивно себя ведете? Вы ломаете. Вы нифига себе как взяли себя. Я спокойно себя веду. Я могу спокойно. А он как агрессивно себя ведет? Пойдемте. Обязательно. А если у него не будет ничего? Ради бога. Я на своем автомобиле. Пойдемте, пройдемте. Не-не-не. Вы не можете его сейчас ограничивать. На каком основании? На каком основании вообще? Он спокойно себя ведет. Язык не изобретается, на ногах стоит нормально. Я на своем позорный, что ли? Пойдемте. Вы себе хулиганите. Как он хулиганит? Ведет себя агрессивно. Как? Я на кого-то руки распускаю. Я на кого-то руки распускаю. Пройдемте, пройдемте. Пройдемте. Ради бога. Не будем накалять обстановку. Пройдем. Куда? Пешком пройдем? Что, Росгвардия?
Хвататься нельзя. Какой же ты бессовестный, тебе одежду жалко, а тебе ее не жалко. Просто позорище. Чем вы ломаете там людей? Ничего, совести нету, продайся. За косточку продайся. Дима, идите все в третий город, девчон. Сейчас мы дальше отрубаем. Давай. Позорники! Не шутка едет, надо своих заломать! Полиция должна служить, а не прислуживать! Куда? Пойдемте, проедете. Куда проедем? По поводу. Кого обвинили? У него нету обвинения. Вот. Меня говорят, а с чего вы берете? Он что, шатается или что он? Ведет себя агрессивно. Как? Подождите, как агрессивно? А вы не агрессивно себя ведете? Вы ломаете. Вы нифига себе как взяли себя. Я ломаю себя веду. А вы спокойно. А он как агрессивно себя ведет? Пойдем. Обязательно. А если у него не будет ничего? Я на своем автомобиле. Пойдемте, пройдемте. Не-не-не. Вы не можете его сейчас ограничивать. На каком основании? На каком основании? Он спокойно себя ведет. Язык не заплетается, на ногах стоит нормально. Я на своем автомобиле, что ли? Пойдемте. Вы себе хулиганите. Как он хулиганит? Ведет себя агрессивно. Как? Я на кого-то руки распускаю. Я на кого-то руки распускаю. Пройдемте, пройдемте. Пройдемте. Ради бога. Не будем накалять обстановку. Пройдем. Куда? Пешком пройдем? Завтра сходите. А где гарантия, что там не подставят его? Thank you.